спелов. Первый спел хастит АОЕшку во всех. Вот ты, очевидно, жмешь там дубовочку и чуть просейвиваешься. Если говоришь, что все плохо, то ты там стопаешь ДПС, начинаешь хилиться сам себя, чтобы не умереть. И второй момент — босс крадет спелы у людей. Там в основном три важных спела — это лужа паладина, разливается под миликами, лужа ДК, которая может разлиться под миликами, и локовский метеоритный дождь, который тоже может разлиться под миликами. А задача — выскочить за два тика. Третий тик — это летак. Дальше. Ты видишь моба с крестиком. Твоя задача — достать из книжки спел, который сапает животных. И продержать весь бой этот крестик в сапе. То есть подходит конец сапа, ты отбежал, сапнул его по новой и бьешь босса дальше. Здесь ты это сможешь. Дальше квадратик сапает Артизия репкой. Печенку сапает Зорик репкой тоже. Фиолетовая метка сапает лок банами по КД. Идея все понятна, давайте готовность на флот. Все готовы, даю отсчет и понеслась. На единичке вы уже начинаете кастить свои сапы, баны и репки. Отсчет. Поехали. Сейчас будут Mind Blast и эфиры, смотрите аккуратно. Эфиры на дисплее. Сапы обновлять не забываем. Дайте Гера. Кувара украла. От вертушки сразу отходите, если будет вертушка. Пан. Прохиливаем. Бан. Отошли. Лужу не кидать, да, пока? Да похер. Мы все наносим. Лужа. Диспел его надо. Диспельните его кто-нибудь шаманом или... ДКшная лужа может быть аккуратно. Лужа не лейте ДКшниками. Вань, его это босса? Да. Крылья, когда жмёт. Отошли. Андрей.
я... Бан. Сейчас лужа может быть, а Брюхо поведешь туда, в портал Лок. Здесь спальните, босс. Еще один спал. Лучше. Киньте сальву по бару, пожалуйста. Бан. Андрей. Бэр, дайте быстрее. Бэр по фалагу. Понял. Стрик отвалился, походу. Пиздец. А так хорошо шли. Все это можно расход делать. Наверное, свет отключили. Подождем пару минут хотя бы. Зеленой серии хотел как лучше получилось, как всегда. В смысле? В смысле, босс на себя забрал. А, ну... Я забрал его, нажал айсбаун, думаю, сейчас заебись, потанчу, пока этот чел берет. Вижу, ты с меня снял, думаю, ну и похуй. Это чисто за трещину на 84 в лицо. Ну, под айсбаун тут нормально, наверное. Нет, Дживс нужен, а он стоит. Хорошо. Просто хочу, чтобы пушка выпала с того босса и все. Буду доволен. А еще тринкет потом заролить. И все. Уже аж тых 16 на 40. Изи. С округлением. Зачем тебе блат, если ты даешь примерно столько же сейчас? Чем? Говорю, зачем тебе блат, если ты даешь сейчас примерно столько же? Ну так... А при чем тут блат? Ты же хотел к этому бладу спекаться. Ну, в блады я буду спекаться, если я пушку нормально лутну, и если у меня неожиданно появятся деньги. То есть никогда. Ну хз, на самом деле, типа, Мирай сколько он дает? Ну, 19 с лишним. Ну, типа, похуй, можно во фрасте сидеть. Это Мирай. Значит, я больше дам. Вот как.
Я могу успеть себе покушать и сделать. Вот где-то на 3-4, может 5. 6. Успел? Давайте перерыв там. Сколько? Минут 7. Если он не придет, то работает. А можно как-то иронии делать?
4, 3, 2, 1. Андрей ничего не писал. Мне он здесь ничего не написал. Походило дело, у него свет рубанули. То, что это все это надолго. Либо мы еще можем разойтись, либо он сразу же войдет. Что у нас расход? Угу. Понял, хорошо. Спасибо за рейд, пацаны, всего доброго. Видите тапки скрит-хостовые, если есть? Короче, никого сейчас не найдем, за пару минут Петя зайдет. Поможет. Надо Петя Варн зайдет, конечно, тут докажка. Я не знаю. Я могу потанчить, если что, пофиг. Ладно, будет роль по кошмотке. Тапочки. Идите ко мне. Ну, экстрик ты тут? А, вот и Андрюха. Да? Да. На боты, если что. Я
снять это танковские штаны, если никому не надо. Да кому-то. Не понял. Ну, ватные танковские штаны с мастерством и блоком. Где ходит никто... О, фолок зашел. А, это танки. А, все, все. Ну, может, пацаны. Андрей, ты в Дисе? Не, его нет. Он 32 кинул. Вроде реплику помыли. Мисс. Ты такие роллы берешь, блин. Зарик, ну я думаю, тебе не надо, да? Надо. Ткань, наверное, тканевикам уступишь. У тебя другие тапки есть. Альтернативные, латные, с хостой. Ну-ка, покажи. Линкани мне их водят. 258-й крит-костовый. Ну, зачем тебе ткань? Ну, там... Потому что они 64-й, они лучше. Так что, уступишь на тканевика, нет? Блять, а кому? Блядь, войду, я 89 кинул. Ай, пиздец, ладно. Спасибо. Ухо, блядь. Спасибо. Пояс выключил, тапки выключил, блядь. Какой пояс? Ой, не пояс, а посох, нахуй. А, ну, блядь, пиздец, не говори, блядь. Так у меня хули с меткостью вот эти я взял, знаешь, когда, блядь? На этом, на том КД, блядь. И у меня стояли 39-й с Ульдуара, блядь. А ладно, меткости у меня 360. Все, поехали убивать фрики. Типа перекап, блядь. Контроли, надеюсь, свои не забыли. Каску подружить, дайте. Сейчас дам, поем. Что это там произошло, Андрюх? Света не было. Жестко. Все готовы? Давайте, подходите ближе на рейндж-касту. Да и отсчет. Так,
мочит вас. Дайте герой. Вань сказал Еру дать? Да, да, да. Вышли Мельзан. Веди к следующему столбу, а не напротив, если что. Три столба. Вихрь, отошли. Чё, блять, почему с него бан спадает? Что босс такой? У него массакра есть, если что, на ретрике. Там второй ретрик, поставь ауру на тьму, чтобы мастер давать. Лур уже доказ... Блять. Лучше ДК смотрите. Контроль не забываем. ТКшники гор нажмите. Сейчас локовские эти дождики будут, смотрите аккуратно. Здорово. Пронесли. Дрюха зашел. Не диспалить. Декурси на шамане главное. Тут курсы важно снимать. ДКшные лучше будут. Когда скажу, нажмешь мастер аур на тьму. Это все. Нажимай. Засапай, пожалуйста.
изи. Там посох на катабице. Коту сразу можешь отдать и пояс дырявый. Все есть. Дырявый кому пояс? Хули получил. По-моему, он дырявый. Дырявый, без хосты, да? Да, и там МП5. Ловите. Юр, тебе надо на офспек пояс? Хильте там. Ща добегу, прожмитесь. Может, здесь, наверное, будет холипал будет, а у Сварков этого пойдет. ШПшника. Вот думаю, от себя в Лема отправить. Ну, смотрите. Решайте. Сколько там холипал был? Малокрасит. Совсем плохо. Короче, да, Жень, давай ты в Лема спекнешься. Войд в ДЦ. Короче, что происходит на боссе для тех, кто не был? Сейчас я на боссе. Метки раскидаю, фобист. Первая фаза в луне бастанщица, два спыла, это метание топора, это хилы, думаю, знают, надо быстро поднять человека. Вторая фаза вертушка, вертушка может сразу шотнуть, так что мирите, лучше отходите. Дальше, потом на 80% меняет форму, становится медведем, а гроз сбрасывается, смотрите внимательно. То есть там не сорвите, не умрите. Босса сразу ведут в печенку, все забиваются прямо в угол и из угла бьют босса. То есть ни влево, ни вправо. Там Void must dispelled, всех диспелят. На 62% хп босса все убирают питомцев. Вот Женя только тотем на природу вставляешь. Там лог, маг, мага нету, ладно. Настолько лог. Ну, короче, лог тебе надо убрать пита. Дальше. На 60% он превращается в орла и выпускает кучу таких торнадо. Наша задача — отражать свои сейвы и хилить рейд. Если вы можете хилиться, то хильтесь. Короче, просто не сдохните и прожмитесь. Масс сейвы — тоже про ношу. Это будет массакру дать и все дела. И внимание, не жать баблы. Баблы ни в коем случае, только минус 50. Дальше. Когда скажу, ваша задача перебежать в черепок, стать под босса и бить его. По дороге вы ничего не кастите и ждете, пока вас прохилят. Когда вы кастить будете на орле, вы будете себя дамажить, то есть это РПДшники. И не подохнете. Все, это вся фаза орла, это самое сложное. Потом он превращается в рысь, ваша задача просто стать под очко боссу и бить дальше. Там можно будет пыта вызвать волка. На 20% он превращается в дракондора. Там три спыла. Первый спыл — это конусное дыхание. Там никому не важно, просто под лицом не стойте. Второй спыл — ауешный вихрь. Вихрь вешает дебаф на получаемый урон. То есть рано или поздно он начнет много бить, надо будет что-то прижимать всем. И последний спел, это самое важное, с неба начнет бить такой типа огненный столб, как Holy Fire у креста. Ваша задача резко выпрыгнуть из него, вот, прямо за секунду. Секунды две, там, две с половиной, и сразу откиснете, там, за два тика убивает.
Если много крутилок, ОЕшных накрутил, то там с одной приубивает. Там фишка, босс на вас поворачивается, костит. Можно заранее уже, если он, видите, вас повернулся, уже двигайтесь. Ну все, я все проношу, просто делайте себе. Слушал, а с ветерками мы все в точку сбегаемся или как? Все в печенку бегут и ждут, пока медведь начнет крестить. Давайте, готовность, поехали. Воет. Таргет тоже меняет, когда кастит стол. Все готовы, дает счет. Вань, ты выйди, говори когда громко, ладно? Да. Дайте сальву по вару, пожалуйста. Я говорил, отходите от вертуш. Отходите. Короче, если вы видите начало вертушки, вы просто делаете прыжок там влево-вправо от босса в зоне, то есть уходите с ренжа атаки, то он не достает вертухи, там небольшой радиус. Если ДЦ успевает навешать щит, то они не умрут, а я их захилю. Есть прикол, что может быть вертушка и сразу топор улетит. А, ну да, кстати. Вол, блядь. Готовьтесь, 3% перефазы, не сорвите огонь. Перефазу, вы сразу же все бросаете и топаете печен. Ушли в печенку. Забираю игру. Диспелы. Стали в печенку, бьем. Не лежь, дай бы я понимаю. Режу не сорвать игру. Бэров нет, так что смотрите внимательно. Обновляйте ДКшниками горн. Еще это анонсить. По локу. Это, лапку по локу. Лок, убирай питомца, Андрюха, отводи босса. Убирать прям вообще отпускать или... Да, 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 убирай. Приготовились свои сейвы нажимать, добивайте. Добивай там. Нажали сейвы, массакру дали. Хилим. Хилим. Прохиливаем. Побежали за варом. Тотем на природу надо будет поставить. Встали в центр, чтобы прохиливать легче было. Бьем.
Лок на весь СС на лице. Процента перефаза, готовимся. Сагро, смотрите внимательно. Дюха, забирай. Агро, агро. Садил повар. Не бурстите на этой фазе, оставьте все бурсты на фазу. Два войска, если еще есть, и давайте ебанем. Одно уже нажали, второе войско, если есть, нажми. Лок пыта там вызови, если не вызовешь. Dark Silent Bob можно дать. Абсорбов как грязи. Лишним не бывает. Жиза. Два процента перефаза. Готовьте брусты. Геру, как Андрей отведет, да? Когда поставит, да. Убирай. Дайте ему набрать игру. Набрать игру дай. Все, под спину стали, ДД рассосались. От Сизи. Зона. Дурак, сори. Добивайте. Место освободилось. Переводите аккуратно, под лицо не станьте. 3% добивайте. Массакру. Мастер на огонь, на следующую вертушку надо дать. Миллизон. Мастер. Изи. Но империя. Чё там? Порисуйте. Ага. Можно еще раз? Что дает кровь за Лужина? Ничего. Блять, опять это меч упал, сука. Хороший.
из рода. Достало твое время. На, Леона. Этот ТКшник будет тоже роли себе, он же анхолик. Оно мне надо вообще? Ну, вообще он хороший, можешь роли себе. Он выглядит как золупа. Поставь вактом палу. Не знаю, хорошая пушка. Я X-фрику отдал это, передай Артизе. Анхоликов в рейде. Один за 1000 идет, да? Да похуй, я за ОД сходил с кайфом. Жиза. Ну, пуха-то, а XVIP или мне, я не пойму просто. Себе, себе. Нихуя себе, с таким роллом, с такой пушкой, блядь. XVIP, блядь, надо дать пуху. Ну, а только ретрику или АДК заебись. 8. Ну что, второй золован, поехали. Да, у меня на...